Доброе утро, друзья! Я сегодня забыл немножко микрофон, хорошо хоть температура сдаю. 9 градусов у нас сейчас с утра. И есть сегодня позитив просто нереальный. Смотрите, небо чистое, по крайней мере, где я стою. Еще солнышко, вот, а нет, вот оно, проглядывается. Рассвет на море на черном. Это кайф. Ну что, пойдемте прогуляемся, посмотрим. Никто мне не запретит ходить в халате, хоть вы там все и голосовали, чтобы я не купался в шторм. Хорошо, не буду, но... Ой, вот он на лицо попадает. Ой, как приятно-то с утра ощутить солнце лучи. Доброе утро, просто нереально доброе. Всем хорошего настроения и... Пойдемте смотреть на море. Кстати, не забывайте, если вы не подписаны на канал, подпишитесь. Каждый день море в неограниченных количествах. И мы потихонечку двигаемся к берегу. Мой друг вовсю уже насладился. Наверное, он первый раз только искупался и будет купаться еще один раз. И мы посмотрим на это. Сегодня он не один. Посмотрим, кто с ним. Интересно. Море сегодня, кстати, уже подуспокоилось. Ветер есть, но небольшой. Возле них летает чайка, ждет, что что-то можно у них там будет утащить. Прям даже интересно. А ночью гулял шторм гораздо сильнее, видите, вот докуда волны выходили. Это сильнее, чем я вчера купался. Люди вышли на солнышке. Как приятно наблюдать и говорить о солнышке. Можно обязательно как бы не купаться. Вот сегодня вот искупаюсь, нос не прочищу. Именно просто наслаждаться этой красотой. И первые лучи солнца дарю вам. Красота. Звук может быть не очень сегодня, не взял микрофон. И вот они, рапаны. Это вот меня спрашивали вчера, кто такие рапаны, почему их собирают. Вот они, рапаны, и их здесь собирают. Доброе утро! Что, как тебе, холодно? Ну, уже нормально. Уже нормально. Я сегодня не взял градусник, которым заверять. Так что, естественно, как по ощущениям? Холоднее, чем вчера? То есть водичка, ну я вчера днем мерил 13 было, может градусов 12, наверное. Холодную воду к нам принесло. Ну что, друзья, оставлю вас наедине с морем. Чуть-чуть по... Мы еще не дошли. Не, ну было же уже. Было в октябре. Начали. Я-то думал, ты с радостью так думал. Я тоже так думал. Мне просто вообще давайте хотя бы не на меня посмотрим, но купания возможны, они очень приятные. Вот я хотел показать о том, как и я купался, то есть заходить куда-то вглубь не обязательно, для того, чтобы закаляться, вот, все, то есть глубина по колено
и здесь можно, в принципе, плескаться. Ну, сейчас вот на камеру пойдет на это, на третью мель. Ну, нет, я так не думаю. И вот как идет человек, можно было обратить внимание о том, что вот, есть ямы местами. То есть где-то она есть, где-то ее нету. Но не заходя далее. То есть, вот, если мы в обычные дни плавали вообще вот через яму между милями туда на третью, то сейчас это уже как бы делать не стоит, потому что очень опасно. Кажется, что вот снизу, смотрите, что там все скрыто, чуть ли не по уши вода, на самом деле это по колено. Как же приятно на море под солнышко-то смотреть. Я дальше ходил, там далеко пошел что-то. Я вот здесь купался, то есть вот в первой вот этом приямке. Вот все, и он попал. Что вот такая красотища. И люди, гуляющие по пляжу под солнышком. Шторм небольшой. И все приятно, и все классно. Ну ладно, у вас есть шанс понаблюдать еще немножечко, как купаться, не буду Так, все-таки вот еще выйти. Жестко! Это все брехня! Не делайте так, люди, очень холодно! Вот, это сделал антирекламу. Это такой, приезжайте, купайтесь, тут у нас вообще жара просто, говорит, холодно. Да не, тепло еще. Но водичка сегодня хорошая такая. Все, у нас далеко и хорошо. Но машина 7 градусов будет. Ну вот, уже на солнце уже почти 10. А?
Но солнце почти 10. Пар не идет изо рта. Ну что, можно прощаться с морем. 10 минут у вас релакса практически было. И двигаться в сторону машины. Ну что, друзья, всем прекрасного дня желаю. Чтобы вы тоже иногда могли, вот как я хотя бы сегодня подошел к морю, обтерся водичкой. Немножко закалился, обещал просто, что в шторм купаться не буду, подожду, когда он закончится. Вода вообще приятная, сейчас уже именно зимняя, наверное, все-таки уже купание, температура воды около 13 градусов, но это еще не те 9,9, когда мы купались в начале, по-моему, октября, где-то была такая температура, и воздух был, и пар изо рта шел, воздух был холодный, поэтому не сказать, что это какие-то экстремальные, нет, ну, просто волны есть, в принципе. Море уже, даже вот сегодня, я думаю, слышно, что оно не настолько рокочет, как, допустим, вчера. Ну и вчера оно шелестело. Рокот это вот, как ночью были на камнях, вот там оно действительно прям рокот-рокот был. Море, в том море было опасно купаться. В общем, доброе утро, всем хорошего дня. С вами был Юрий Азаровский и его друзья. Всем пока-пока. Ну и напоследок, дедушечка, как греется в лучах солнца после купания. Вот все хорошо, еще минус сигарета, и было просто шикарно, ну, показать хочется, то есть вот так вот разогрев происходит. Очень классно. Все, моречка, до обеда, пока-пока.